Всем добра и позитива. С вами Ольга и Денис. Спалился. У нас тут, ребят, коптильня прогорела. Дым в глаза. Супер-пупер. О, какая вот красивая. Топить можно. Ага. Вот. Муж вышел, сделал другую, нашел кастрюлю, которая валялась в металлоломе. Говорит, надо, говорит, использовать для такого дела. Сделал коптильню. Вот такая вот. Ребрышки сейчас скоптит. Это крышка. Сел. Нормально, да. Сидит. Ну вот. Поднимать. Да. Удобная. Все работает. Главное. Да. Ага. Ну вот, ребят, доложили мясо. В тряпочке коптим. Вот у нас с лучком оно сверху. Вкуснятина. Будем ставить ребрышки свиные и коптить. Лист. Чек. Дай меньше, дай. Попхат. Честно. Лось. Ох ты, засекал. Полчаса. Ага. Ну еще да, еще поставить можно. Пахнет вкусненько. Что, подожди, еще не все, не готово? Да? Все? Во. Все, гордочек, снеговик готов. Снеговика такого сделала. Снеговичок. Как говорится, снеговичок. Вот, ребят. Сняли. Ну, ребрышки свиные скоптились. Да. Да. Главное бесплатно. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. До новых роликов. Всем пока-пока.